Вони намагаються скрізь бути разом, йдуть пліч-опліч до перемоги. А сьогодні прийшли до нашої студії. Зустрічайте чудовий чарівний тандем. Сьогодні в нашій студії чарівна Майя Стюпан, тренерка з пул-спорту та стретчингу. Срібна чемпіонка України з пул-денсу. Андрій Шарапов, майстер спорту міжнародного класу з бодібілдингу, бронзовий призер світу, срібний призер Арнольд Класік, президент Дніпропетровської федерації бодібілдингу ВАББА, учасник шоу різних, і Україна має талант, і суперінтуїція, і різні ліга сміху. Ну, тобто, таких титрів можна читати ще довго. І я дуже рада бачити вас сьогодні разом у нашій студії. Ось взаємно. Така пара взаємно. Є. Взаємно. Скажіть, над чим зараз працюєте і який ваш найкращий проєкт? Нот сумісний. Чи він є? Я думаю, что самый наш лучший проект – это, собственно, наша пара, наш дуэт. Так получилось. Интересно, что мы встретились, когда оба не планировали ничего менять в жизни. И эта встреча изменила очень многое. К лучшему, угу. Конечно же. Ну, тобто ви так настільки близькі, так? А я хочу от перевірити зараз, чи так є насправді. Хочу вам поставити декілька Ничего запитань. Себе. І ось тоді... Хочеться, Андрій, поставити вам декілька запитань, а ви, отак, щоб Майя не бачила, можете відповісти, написати. Отут, поки ми з Майєю будемо спілкуватися. Будь ласка, такі декілька запитань. Нам нічого не кажіть, а не можна підглядати, не ні, можна. Ні, я не підсматриваюся. Майя, ну от ви займаєтесь таким видом спорту, досить таки він жіночний, чарівний. Але ж вимагає дуже багато сил і наполегливості. Як можна сумістити ті обидва такі навантаження? Ви тут жіночна гарна, а тут ви така сильна і досить мужня, бо треба тримати своє тіло, треба підтягуватись, підніматись. Ну, тобто ось, якось так це все поєднувати. Як у вас це виходить? І чи потрібно додатково вчитися цьому? Конечно, одно дело просто научиться выполнять какие-то трюки, потому что пилон, по сути, это спортивный снаряд, такой же, как и любой другой, как брусья. Но нужно, если уже выступаешь на сцене, научиться играть на публику. Даже если тяжело, даже если трюк удержать нереально сложно, нужно улыбаться, разрабатывать какую-то пластичность, особые движения ставить, которые можно всегда вставить в тот момент, когда, например, ты потерялась или хочешь отдохнуть на сцене и не хочешь, чтобы зрители заметили, что ты берешь передышку. То есть все должно быть в танце, плавно. И вообще очень здорово, что у меня есть сейчас Андрей, который все это понимает. У него то же самое, по сути. Бодибилдинг – это тоже такой интересный вид спорта, где ты стоишь на сцене, при этом напряг все мышцы, и тебе может быть сложно, ты не пил, чувствуешь себя ужасно, но при этом нужно улыбаться. А чему не пити? Не можно пити перед змаганнями? Что, правда? Ну, для того, чтобы убрать любую прослойку между мышцами и кожей, нужно себя ограничить в воде. Вот. Угу. То есть, действительно сложно. Наверное, сутки последние перед выходом на сцену – это максимально напряжные сутки. Они полны эмоций и ограничений. Но человек, когда выходит на сцену, он должен все это забыть, как в бодибилдинге, так и в полденсе. Істачать на публіку радість, щастя і вміти переключатися. А чи були такі змагання, де ви вдвох могли брати участь? Ну, от я маю на увазі такі, от, чи є парні, можливо, де ви могли показати себе разом з Андрієм? Пока что у нас такой возможности не представлялось, но есть, конечно же, и в пол-денсе, и в бодибилдинге варианты, где можно выступать вдвоем, в паре. Угу. Сейчас мы... Вы над этим работаете, я так думаю. Не то чтобы мы осознанно как-то над этим работали, но недавно мы вместе пошли в студию, где я занимаюсь пол-денс, и просто решили развлечься, сделали небольшой трюк вместе и выложили его в Инстаграм. Очень много людей его оценили, у нас уже за сутки больше 5000 просмотров. Ничего себе! И люди комментируют, нравится людям, поэтому мы думаем теперь такое делать почаще. Угу. А потом, возможно, у нас появится даже какой-нибудь номер вместе, кто Це знает. Було дуже добре. Андрій, ну там твір не треба, просто короткі відповіді. Ну, тут два таких вопроса. Не кажіть, ага, так. Ну, тобто так коротко вопрос. Дуже, щоб вже Майя потім знала, про що йде мова. Дуже коротко відповідайте. Чи вже все?
Час. І ще трошки, так, Майя. Ну, тоді ще одне питання до вас. Ви от перед тим, як йти на змагання, мабуть, себе обмежуєте. Чи є якась дієта, чи є обмеження, можливо, фізичного характеру, щоб там собі не зірвати м'язи, там, не розтягнути зайве щось. Ну, тобто, що ви робите перед змаганнями? Если говорить про pole dance, то важно в целом сбалансированное здоровое питание. Необходимо себя снабжать всеми микро- и макронутриентами, которые позволяют себя хорошо чувствовать и иметь запас энергии для того, чтобы тренироваться, готовиться к соревнованиям. И, соответственно, перед соревнованиями непосредственно нужно съесть что-то такое энергетическое, углеводное. Например? Это может быть шоколадка. Или какое-нибудь пирожное. Вот уже в день, когда нужно выйти на сцену, допустим, полтора часа, за два часа, для того, чтобы дать себе какой-то энергии. Если говорить об ограничениях, каких-то серьезных ограничений нет, потому что здесь не стоит задача показать именно свое тело, свою форму, а больше показать эстетику танца. Но я считаю, что если человек в плохой физической форме и откровенно имеет лишний вес, то ему тяжелее делать трюки, хотя бы потому, что ему нужно поднимать на руках свой собственный вес. Поэтому, конечно же, в идеале нужно заботиться и об эстетике своего тела. Тіла, не тільки красивим танцем. Звичайно, звичайно. Є, так. Добре, поки що залишаємо. Ага. Так, я ж думаю, що ви не будете підказувати. Тепер все це віддає не це все, а інші питання. Будь ласка, Майя, це тепер вам відповідаєте. От про себе все пишіть. Так, ну і Андрій, ось ви такий мужній чоловік, багато чого зробили, таких зусиль над собою. Скажіть, от за скільки років можна таку масу отримати? Ну, вы знаете, я пришел в этот спорт в 15 лет. Сподвиг меня этому, я уже в многих интервьюрах говорил, это великий и могучий Арнольд Шварценеггер. Я увидел фильм «Терминатор» в свое время, в начале 90-х, и мне понравился этот актер, как его тело и вообще, как он выглядит. И я пришел, тогда это были 90-е, были подвальные, так называемые, качалки. Я пришел туда просто набрать мышечную массу и стать сильнее. А вы были худеньким? Я был всегда, всю жизнь худой. Я пришел в зал, мне было 15 лет, я весил 48 килограмм. Сейчас прошло 27 лет, вот будет 28, как я занимаюсь этим видом спорта. И где-то в 94 году, через два года, я его очень сильно полюбил и понял, что я хочу этим заниматься профессионально. Но так как не было достаточно информации, так как не было достаточно средств, которые помогают увеличивать мышечную массу, а в том, это я говорю про спортивное питание разного рода, сейчас просто клондайк для молодежи, все доступно, все открыто, интернет, лишь бы были деньги, как говорится. А скажите, и грамотные товарищи, которые правильно, то бишь фитнес-тренера, которые прошли какой-то опыт и которые знают, как уже правильно сделать. Уже на своих помылках, да. Они уже бачат, что треба робити. Я, например, первый год не качал ноги вообще, мне потребовалось 8 лет, чтобы я более-менее сделал их пропорциональными своему телу. И сейчас я всю жизнь борюсь с ними, все равно, ну, в моем понимании, в моем виде спорта, я считаю, что до сих пор этого недостаточно. То есть мой вид спорта, это, прежде всего, многие люди забыли про это строительство тела, и это грация и красота. То есть этот вид спорта, на самом деле, он культ несет тело. Культ тела – это не только большие мышцы, это ты должен уметь управлять этими мышцами, плюс ты должен правильно и красиво их показывать на публике. Это больше шоу. Я как бы там сейчас на меня не обиделись все бодибилдеры мира там и страны, этот вид спорта – это не просто спорт, это больше шоу. Это шоу силы и красоты. Когда человек харизмы, так? Коли да, людина, ну, выходит, конечно, и показывает себя, когда человек красиво преподносит, на ней, да. Во все времена люди хотели хлеба и зрелищ. Вот если есть хлеб, то должно быть зрелище, а зрелище должно быть максимально профессиональным. Поэтому я пытаюсь на своем примере это показать на сцене. Це взагалі міф, що людина, яка ось довгий час була в вашому спорті, ну от ми зараз про бодібілдерів говоримо, вона там десь до 50 років починає дуже погано себе почувати, тому що це для людини, як то кажуть, не дуже природньо, мати таку велику м'язову масу.
Це правда чи це ні? Ну, якщо ні, то розвійте ці міфи. Я вважаю, що ні, тому що чоловік рождається маленьким, да? І потім, якщо брати простого обивателя, він набирає, кушая, например, обычную простую еду, там при среднестатистическом росте, там 1,70-1,80 м, набирает 100 килограмм. То есть это полный человек. У него также перегружены внутренние органы. А когда человек занимается спортом и это делает, у него внутренние органы постепенно привыкают к такой нагрузке. Поэтому я считаю, что это больше миф. Опять же таки, если обобщить, то если человек правильно ведет себя в тренажерном зале, если он маломальски питается правильно, если он следит за своим здоровьем, если он раз в год хотя бы сдает анализ, он проверяет давление, внутренние органы, кровь, сосуды, печень, все, сердце, и отслеживает этот момент. Если есть какие-то нюансы, то есть препараты, которые восстанавливают это все. Я в Америке в 2012 году видел ветерана, который тогда ему было 67 лет. Дедушка вышел. Угу. Вот я бы хотел так выглядеть, как этот дедушка в 67 лет. Он выглядел очень достойно. Ну, я думаю, вы будете еще краще выглядать. Поэтому... Ну, а зараз давайте уже дізнаємось, что же відповіла Майя. И дізнаємось, наскільки ж ви сумісні один з одним. Ну, такі питання. Улюблений гурт, музичний інструмент Майі. Так? Так. Ну, улюблений гурт, она очень любит рок, поэтому, я думаю, гитара. Так, правильно, абсолютно вірно. У чому була вбрана Майя у час вашого першого знайомства? Звісно, в спортивну одежу. Правильно, так. Хобі. Це легкий вопрос. Хобі. Ну, полденс я не можу назвати, що це хобі. Ну, почему же? Ну, я думаю, что да. Не підказує, так далі. Основная та робота другая, но хобі і бікіні, от. Ага, ну ще Майя написала тренажерний зал, інтернет, я думаю, бікіні, це теж сюди. Де Майя народилася? В смысле, в какой стране? Ні, місто. Ну, в Дніпропетровське. Правильно. Які труднощі зараз переживає Майя? Труднощі? Ну, труднощі, я зараз вам скажу. Це, мабуть... некоторые вопросы по работе, ну и нашу совместную жизнь. Это меня. Это не трудно. Это шутка была. Это шутка была. Ну, Майя написала, что в ней есть травма, так? Невеличка травма. Да, плеча есть. Что робила Майя вчера с 19 до 21.00? Хорошо. Наверное, ну не стоит. Она была дома вместе со мной. Правильно. И когда у Майи день рождения? Останнє питання. 04.07.1990. Правильно, так, відповіли. Що тепер Майя? Ну все, майже 100%. І до Майі, улюблений родич Андрія. Звісно ж, дочка. Так, і? І що? І там два родича. Я тільки одну дочку знаю. Ну, він Андрій написав, що Майя. Ну, звичайно, звичайно. Яка у Андрія найбільше нереалізована мрія? Такий складний вопрос. Ну, я думаю, у него очень много целей, но сейчас у него есть конкретные соревнования, к которым он готовится. И вот он, я думаю, хочет реализоваться в них. Ну, 80% правильно, потому что я хочу на этих соревнованиях, у меня есть двуручный украинский меч, я хочу подарить его Арнольду Шварценеггеру. Так, это вот такая вот ну мечта. Все, треба Майе про це было сказать. Улюблена квітка Андрія. Кто-кто? Квітка. Интересный вопрос. Любимый цветок? Есть ли у тебя любимый цветок? Пусть будет орхидея. Правильно! Ну, еще троянду тут написал Андрей. Чего Андрей боится наибольше? Ничего он не боится, он терминатор. Ага, ну не совсем. Ну, я думаю, единственное, чего он может бояться, это когда что-то идет не по плану, либо если что-то будет не так с его родными. Ну, майже, точно, не будемо тут казати. Остановитися в житті, я написав. Так, зупинитися в житті, найбільше боїться Андрій. Улюблена страва Андрія. Макарони. Так, правильно. І у чому Андрій відчуває себе найкомпетентнішим? Ну, звісно ж, в своєму віді спорту. Так, правильно. Улюблений колір, останнє питання. Зелений.
Правильно, ну все, 100%. Ну, у вас сложнее майже. Были вопросы для меня, поэтому тут надо признать. Добре, добре, скажемо, що такі. Це було вже так, тет на тет, ви молодці, ви впоралися. І можна сказати, що така пара сумісна за всіма показниками, я вам вас ми вітаю. Ми насправді подходимо. Хочеться побажати вам всього найкращого, щоб ви були разом, щоб ви перемагали в змаганнях і йшли вдвох попереду усіх, так, щоб усі ваші мрії за ми здійснились. Ну і взагалі хочеться вас бачити ще у нашій студії. А я знаю, що ви прийшли в гарних футболках і можете да. показати, як вони виглядають з іншого зворотнього боку, легко. Зі спини. Да. Ну що, покажете? Покажемо. Куди треба вставити. Так, ану ж, покажіть, це вони так, ось так. Так, це треба волосся обрати. А там, а що у нас там? Опа! Ось так вони там виглядають, чудові. Андрій та Майя, чудова пара, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Ви бачите, що ось вони які футболки носять. Така чудова, чарівна парочка. Бажаю вам великого успіху. Ну що ж, хочеться всіх привітати, хочеться побажати вам сьогоднішнього гарного дня. Дивіться нас ще, вмикайтесь завтра о 13:30. До побачення.